Ростовский государственный медицинский университет. Сердце нашего города. Всем привет! Меня зовут Иван. Я студент Ростовского государственного медицинского университета, крупнейшего учебного и научного центра Юга России. 10 факультетов, медицинский колледж, учебно-военный центр и собственная клиника позволяют мне еще раз убедиться, что я сделал правильный выбор. Наш вуз интернациональный. Здесь обучаются представители более 100 национальностей и народностей мира. Работают более 600 докторов и кандидатов наук. В лабораториях проводится широкий спектр биохимических, молекулярно-генетических, морфологических и микробиологических исследований, и это далеко не предел. Под руководством ученых с мировым именем функционируют научно-исследовательские институты иммунологии, урологии и нефрологии. Эти школы лучшие в России. С медицинским оборудованием и новыми методами лечения мы знакомимся в нашей клинике. За ней закреплен статус федеральный, а это значит, более 30% людей приезжают к нам из других регионов. Проходят комплексное обследование, получают качественную врачебную помощь и помогают нам оттачивать знания фундаментальной медицины. В следующем году мы с ребятами планируем поехать на научно-практическую конференцию в Англию. Университет сотрудничает с крупными зарубежными вузами, научно-исследовательскими центрами, обменивается сотрудниками и студентами по всему миру. А пока у нас обычная студенческая жизнь. В нашем распоряжении общежитие, столовая, кафе, спортивные секции, музей и библиотека. Именно здесь мы обретаем мудрых наставников и настоящих друзей, а наша страна – специалистов в области медицины. Ростовский государственный медицинский университет. Сердце нашего города.